Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем... Вернее, сегодня мы начинаем играть следующий мод для The Binding of Isaac Rebirth. The Binding of Mario Rebirth. Да, вот, Марио. Кстати, шестая версия, наверное, еще не последняя, но вот, да. Вот это Айзек, тут музыка другая, но я потише сделал, чтобы случайно YouTube не определил, может, она из какой-нибудь Марио игры взята, так что я не хочу, чтобы потом ее вырезать, всякое, ну, в общем. Значит, тут нету пока испытаний, наверное, и будут или не будут, не знаю, это как решат авторы. Может, они есть эти испытания, ну, в общем. Ну, и есть, конечно же, новые персонажи. Марио, принцесса Пич, ну, ту, которую спасали, Луиджи, ну, ясно. Какой-то гад, так и написано. Космический Марио. Баузер Джуниор, ну, это типа дракон, который в конце только его... Детеныш, наверное. Тот, это тот, который говорит, извини, Марио, наша принцесса в другом замке. Азазель. Это они, наверное, или не переделали, или оставили, чтобы можно было просто так, не напрягаясь, проходить. Розалина. Не знаю. Вторая принцесса, без понятия. Иден. Ну, это не переделали, Лост тот же самый. Поехали, Марио, смотреть, что ж там нового. Судя по всему, тут много чего перерисовали. И да, смотрите, мир вообще выглядит по-другому. Это не подвал, это теперь вот грибное королевство. Кстати, Марио. Марио есть прыжок и усиление дамаг. Прыжок, ну правильно, это же Марио. Он должен прыгать. Наверное, у Луиджи то же самое. Так, какую-то ерунду нам тут дают. Телепортатор, да его и брать не будут. Что за ужас? Знаете что, вот я вот наглым образом рольну, и не хочу я на первом уровне такую ерунду. Хочу быстренько пройти, а не напрягаясь. Костры остались такие же, золотой сундук. В принципе, такой же, но эти оранжевые костры наверняка стреляют, близко подходить к ним не надо. Нам дают... А что это нам дают? А что это? Fire Flower, Flaming Tears. Ага, горящие слезки. Ну да, вроде он стреляет, когда цветочек берет. Да. Это в стилистике Марио. Пририсовали, прикольно. Но это можно, так и пойдем. Ай да ладно. Гадкий костер. О, монетка. И монетка как Марио. Так, это что за гадкие маленькие грибочки? Это маленькие фекальки. Их перерисовали как гумбы. Ну, гумбы, маленькие грибы. Наверное, больших тоже как грибы нарисовали. Так, это что это такое? Земли, это черви. Это перерисовали так червей, как вот такие какие-то грибы. Ну, ладно. Почему нет? Может быть, вполне. Так, что еще у нас есть? Что нам надо? Что нам надо? Ну, в магазин мы не пойдем. Секретная комната. Разве что, если тут вот где-нибудь здесь. Но... Нет. Твумп. Кто это? Ага. Понял. Это твумп. Это монстр. Это такой монстр. Да, в виде... Ну, наверное, это каменная плита. Такая прыгающая. Шприцик. Скорость выстрелов повышена. Да. Ну и хорошо. Еще сердечко где-то было. Где-то я хотел еще запрыгнуть куда-то. А, тут нельзя запрыгнуть, потому что там вот так. Ну ладно, сходим, глянем просто, что тут. А почему там муха не перерисована? Вроде же они их перерисовывали. Ну, сейчас посмотрим. Не, монетка. Где-то тут, конечно, есть магазин и все такое. Я думаю, он должен быть. Опачки, почему взорвались? Может, это взрывается. Этот взрыв мне не нравится. Ну вот, и тут можно прыгать. Еще вот есть вот это, что такое? Знак вопроса. Ага, это типа камень с крестиком. Так, хорошо. Это я за, это все за. Ну вот же, например, я могу запрыгнуть. Я могу запрыгнуть. Я запрыгнул, да. Я, а Марио. Ну, давайте, может, даст какое-нибудь повышение. Все равно у нас ключа-то нет. Давай, чё? Ну, это вот было очень кстати. Чувак, давай уже артефакт. Не жадничай.
Вот. Вот. Грибочек. Ха-ха. HP up. Повышение здоровья, и это хорошо. Действительно, гриб, все как Марио. Ну, в магазин мы зайти не сможем, поскольку постольку нет ключа. Идем дальше. А, перепрыгивай. Вот. Тихо. Крутится по трубам дальше. Не-не-не-не. По трубам. Мне надо еще посмотреть секретные комнаты. Может, там есть варп-зона. Ну, как знаете, там переходить сразу в 8 уровень. 5? Не помню, какой это там. Там не уровни, там миры. В Марие. Рио. Ладно, не будем терять здоровье. Заходить туда не хочу. Так, ключ. Нужен ключ? Дай ключ. Ключ даю. Да, это не ключ. Начались проблемы с ключами, как всегда. Давно их не было. А какой ужас. Вот опять магазин. Надо ключ. Загорелся. Ай-яй-яй. Ну, вот. Вот они взрываются. Почему они взрываются? Вроде такого не было в обычных. Ну, я не помню, ладно. Хорошо, я не помню. Предположим, что я не помню. Ну, все-таки сходим в эту самую комнату с шипами. С дверью с шипами. Почему нет? Хотя вот тут может быть секретная комната. Тогда мы сможем зайти в комнату с артефактом через секретную комнату. Которая слегка странная. Ну ничего. Плохо, что тут ничего в ней нету. В этой... Правда, тут кнопка есть. Кнопка. И ничего. Зато комната сама по стенках разрисована, как вот уровень в Марио. Так, это чего? Это у нас Damage Resistance. О, это хорошо. Damage Resistance прекрасно. Вот еще туда запрыгнуть и эти фекальки как-то... Даже, наверное, неломаемые блоки. Типа бетонные, которые там... Хочешь, не хочешь, запрыгнуть нельзя, потому что вот такое. Ну ладно. Ключ все равно не появился. Ах да, я же хотел сходить в комнату с шипами. Да-да-да. Черные сердечки. Ну ладно. Такое бывает. В принципе, все. Но где-то еще есть. Может быть. Нет, тут нету. Где-нибудь здесь секретная комната. Вторая. В которой. Темно и страшно. И эту комнату. Ага. В красном сундуке нам дали паучков. Чтоб не перепутать, синие наши. Но выглядят по-другому. А это что? Что не все боссы перерисованы. Ну, жалко. Ну, наверное, они решили так. Если уж есть пауки в игре, почему бы не сделать паучьего босса? Ну, вернее, не оставить босса паука. Вот. Вот этого. Пизду. Желтый шприц. Не убрать, он благой. Ну серьезно. All stats up, then shuffled. Ну, нам добавили одно сердечко. Не знаю, как там с дамагом. Может, он меньше стал, может, нет. Собственно, что поменялось-то? Может, и лучше. Может, быстрее стрелять. В общем, будем надеяться, что на этот раз желтый шприц нормально сработал. О, даже тут перерисовали. Хе-хе, прикольно. Надо было первый смотреть. Так, проклятие потерянности. Да, да, это что, это что? Это ползающие черепахи, это которые... Это, наверное, просто черви. Да, вот это. Ну, перерисованные черви. А так они... Куба Тортлс. Ай! Хотел прочитать, зарисоваться, вот так всегда. А это была пилюля, Tears Up. Вот этот боб, это была пилюля. Ну, ладно, почему нет? Не, это нам не надо. Может, надо.
Так, вот этот настенный паук перерисован. Теперь это... Ну, он на стены, ну, какой-то странный. Турельку не перерисовывали. Либо решили так оставить, либо что. Пойди их пойми. Что это? Это такая, это среднего размера фекалия. Вот что это. Да-да-да-да. Распадающиеся на две мелких. Ой. Чё так? Ага. Ну, я же прошел уже почти. Так, колобки их тоже почему-то не перерисовали. Ну, сделали, чтобы это грибы были или какая-нибудь гусеница. Ну, хотя ладно. Почему нет? Так, тоже может быть. Куча грибов. Хм. А карту ж нам не покажут. Проклятие. Гурди Джуниор. Значит, есть и Гурди простой. Ой-ой-ой-ой. Чё-то как-то долго он убивается. Во-во-во-во, побольше костров. Чтобы он на эти костры еще зашел. Иди сюда. Эй! Опачки. Проход к нечистому, хотя, может, не нечистый там. Ой, да ладно. Вот что нам надо, так это кучу денег. Вообще, нам надо было найти комнату с артефактом, и я ее что-то еще не нашел. А вот тут не нечистый, тут какой-то дракон. Это тот, который... Как его там, Баузер? Или Кинг Купа? Одна кнопка. Вторая кнопка. Бомбы взорвутся, и что? А. И какой-то хвост. Ну, это я знаю, это хвост... Тануки. Это там, где Марио есть... по-моему, Супер Марио Брос. Третий, там, где у него есть хвост енота. Тануки. Вот это, наверное, тот самый хвост. Хотя это, конечно, кошачий хвост. И он, по идее, должен повышать шанс выпадания сундуков в конце каждой комнаты. Стоп. Неведомый мешочек, который будет давать неведомо что, неведомо когда, но обещают, что будут давать. Ведь врут. О, тут еще что-то есть. О, и мы же можем запрыгнуть и все это забрать. И даже все это купить, хотя... А зачем нам этот кубик? Не, этот кубик не веселый. Где-то был магазин вроде. Вот не помню где, но был. А у нас как раз есть ключ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, тут они не сильно перерисовывали. В принципе, толстяки так и остались. Половинка толстяков. Знаешь, ну глянем, что тут. Что дают? А мы тут были. И это нечестно. А это нам не надо. И это нечестно. То есть зря только потратили сердечко. А-а-а. Ну, где же было это чудо? Магазин. Я же вроде бы его видел. Или это было в прошлом уровне? В прошлой жизни. Так это что? Это скелеты. Перерисовали как черепахи, которые кидаются костями. Костьми. Вот оно. Да, теперь-то мы точно пройдем. Они все будут слоупоки. И, наверное, возьмем свинку-копилку, чтобы можно было нафармить деньжат. Ну, собственно, все. И взорвать нечем. Ах. Нет, лучше уж очищенные фекалии, в том плане, что в фекальках можно попытаться найти что-то хорошее. Ну вот. И даже почти полное здоровье. Ну, такое
3,5 из 4. Ну вот, хе-хе-хе. Ну чё кто? А, все замедленные? Да ладно, неужели замедленные? Да вы что? Ну не может быть. Два сердечка, синяя монета. Это что, десятка или пятерка? Не пойму. О, это жадности. Ну, головы жадности. Окей. Хоть бомбу дали. Чё, оно взорвалось? Вот мы глянем. Да ладно, ну что за непруха? Все, я больше в эти шипы не хожу. Бесполезность какая-то. Так страшно рычат. Но пока добегут. Хе-хе-хе-хе. Так-так-так, вот это у нас желтый знак вопроса. По идее, это камень с крестиком. Так и да. Хе-хе-хе. Гумбы. Ну, это не гумбы, конечно. Но тут это гумбы. Стоп, там что-то было. Вот с мухами проблема. Мух не перерисовывали. Хотя, почему нет? Почему тут не могут быть мухи? 26, это пятерка. Синяя монета, пятак. Да-да-да-да. Их надо так подлавливать. Ай, прыгай. Не, ну взорвется, конечно, только рядом с нашим персонажем. Нет? Чего-то тут много. Комнат. Ой-ой-ой. Но мы бесстрашные, потому что у нас супер замедлитель времени. Темперанса — это что, создает автомат по сдаче крови? Нет, не надо. А вот зайти бы в магазин, но для этого нужен ключик. Ключик. А вообще ключик... Ох ты, стоп. Это... Так и есть такие турельки. Ага, это вот эти турельки, которые просто стреляют из себя червяками. Так это теперь вот такие... Желтые черепахи. Так сказать. Жевтоблокитные прям. Да это не я. Так нарисовали. Ну и... Да. Ну, ключа не дали. Но мы артефакт не нашли. Пошли искать. Ну, прыгай нормально. Здесь. Ничего нет. Что здесь можно было взорвать все это? Это, кажись, скелеты, да? Неведомо. Ну, были кто-то. Ну, где же комната с артефактом? Игровые автоматы. Кстати, можно глянуть, и что там. Ключик. Это тот, который открывает все двери. Да ладно. Все на уровне. Так, убей. Жали. Ну, тут ничего нет. Тут только автомат для сдачи денег, который в магазинах стоит. И для сдачи сердечек. А вот и автомат. Это фу. Какой автомат? Вот пилюля, кстати, зеленая. I can see forever. Отлично, мы будем видеть все секретные комнаты на этом уровне. Что это? Покебол? Нет, серьезно. Сейчас мы все соберем быстренько. Видите, тут выгодно иметь вот эту очищенную фекалию. Она как раз есть. Эй-эй-эй, прыгни туда. Ну ты... Что ты за человек-то такой? Во, во. Так, что это такое? Лич Блудсикер. А, это наш помощничек такой. Это же тот червь, который пополняет здоровье, когда жрет противников.
Кажется, это он. Ну, я так думаю. Так, это I Can See Forever возьмем на следующий уровень. И, в принципе, спектральные слезки, это хорошо. Мы можем стрелять сквозь что-то. Сквозь все. Ну, теперь к боссу. Стоп, показали секретную комнату. Ну, ничего особенного, это простая секретная комната, которая не рядом с боссом. Значит, где-то должна быть еще рядом с боссная комната. А, и вообще-то тут есть еще магазин. Походу. Но в нем ничего такого. Чего нам надо? Ну, ключик можно взять и серое сердечко, я думаю, это не повредит никогда. Ну и где-то тут должна быть секретная комната еще одна. Я звука не услышал. Мы же ее не находили, нет. Прыгай. Где-нибудь тут все-таки она была? Да, вот она была тут. Попробуй догадайся. Ого-го. Это хорошо, можно пойти на автомат по сдаче крови и попытаться дать сердечек, чтобы работать повышение здоровья, если оно тут будет. А учитывая, что у нас еще и это... Копилка. Свинка. Так, понял. Сейчас берем еще одно сердечко и продолжаем. Когда-то же она прекратит. Но не сейчас. Так-то мы денег наберем много, но хотелось бы уже повышение здоровья. Так, раз, два, три. Ну, вот оставим. Что мы оставим-то? Как раз 4 оставим. Все. И уж если вернемся, то уже только чтобы пополнить здоровье и больше не играть на этой гадкой машине. В автомате. По сдаче крови. Давай. Лопай давай. Ты не выдержишь нашей силы. Пока что выдерживает. Да, даже половинку серого сердечка сожрал. Гадкий автомат. Ладно. Сколько ему надо этих сердечек? Штук 10. Ладно. Сейчас разберемся. Самое противное, если он вдруг возьмет и сделает... Прыгай. Да. Ну, не задело, и хорошо. Пилюля с эффектом Tears Down, вот это плохо. Выбили пилюлю. Ну так вот, значит, что? Я же говорил, мы не будем больше играть. Правильно. Вот она, повышение здоровья. Надо было рискнуть, и... Я рискнул. О-оу. Dark One. А тут ничего не меняли. А да, он еще и вниз стреляет. Я и забыл. Так, давай помощник, жри его. Ты же должен... Как там? Червь-тузик. Только тут это... Шарик. Потому что он круглый. Шар-тузик. Шар-тузик. Картузик. Ну тут все хорошо, он же замедлен. У нас все замедленное. Главное, правда, не сильно привыкать к этому медленному. Ну и что это? Помада? Увеличение дальности. Как это нужно? Ну ладно. О, белый уровень, снежный уровень. Некрополис. Ну да. К сожалению, на босса раш мы не успеваем. Какая досада. Что такое? Вот этот вот тузик, который шарик, который помощник, как-то не очень помогает. Так, это что? Это маленькие прыгающие и это такие, да, безголовые прыгающие сверху. В общем, печально. Ну, ничего, нормально. Они же все слоупочные. Да-да-да-да.
Так, ай-яй-яй-яй, это жадность. И, по-моему, вот эти блоки двигаются довольно быстро. Блоки с шипами. Что даже в режиме слоупока лучше их не задевать. Ну, глянем, что в сундуку. В сундуке. Деньжище. Так. Библия. Ну, что-то мне подсказывает, что, возможно, ее стоит взять. Давайте вот это возьмем. И прыжок, прикольно. И таки да. Ну, чё ж нет-то. Так, мы пришли снизу, значит, что? Так и знал. Подбирать обратно не буду. Опа. Ну, тут надо помнить, что красный след. У нас полета нет, жалко. На красный след наступать не надо. Потому что это режим слоупока. Ну, кто наступает на красный след? Опачки. Всадник не переделанный. Ой. Ой-ой-ой. Да ладно. И небось за него дадут какую-нибудь пакость. Помесного. Да что ж ты делаешь, ты изверг. Давай работай, жри его. Вон, ну наконец-то сбили его с коня, а теперь он будет быстро-быстро за нами бегать, только он будет это делать медленно-медленно. На-на-на-на-на. Так и да, дали нам Ball of Bandages. Окей. Осталось только найти... Прыжка-то не осталось. Эть, пробежал. Осталось найти только... Что найти? Комнату с артефактом. Ну да. Ух ты, сколько их. Ну это все толстяки и один прыгающий, который сверху падает. Несмотря на слоупочность, он падает быстро. И оставляет за собой вот этот самый красный след, на который не надо вставать. Вот одно не помню. Куда я делал пилюльку? Я ее вместо чего-то использовал? Ой-ой-ой. Не, даже что-то наводящееся. Да ладно. Вот, хорошо, серое сердечко. Давно надо было дать. Вот блин, какая противная комната. Не, ну в принципе у нас полет есть. Одноразовый. Помощник не поймет, кого грызть. Грызи их всех! Всех, я сказал! Это так Марио говорит? Нет, он говорит так. It's me, Mario! Сожми их всех! Не знаю. Эти Марии... Марио. Чуть-чуть осталось. Не люблю такие большие комнаты, где вот такая ерунда творится. А еще это у нас потому что с дамагом-то проблемы. Да, его почти нет, хоть и там враг поджигается, но от этого легче не становится. Прям уж как вот. Так, грибочек, который, надеюсь, повышает все характеристики. Да! It's me, Mario!
И все-таки тут есть кнопка, которая еще должна открыть дверь. То есть тут такое улучшение. Ой. Да ладно. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Купа-купа. Нет, это гумба-гумба. Губа-губа-губа. Прыжка-то нет. Ну, грибочек. Ну, я не знаю, будет еще фекалий. Ладно, берем грибочек, почему нет? Ой. И не дали даже серого сердечка. Какие же злые. Зато вот есть сундучок, а его можно взять. Смело можно взять. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Тихо-тихо-тихо. Куда оно? Вокруг костра. Эй! Чё творится-то? Это чё? Head of Tanuki. Ну, голова кота, понятно. Она производит мух. Мы ее используем, и если нам попадется еще что-то кошачье, то, возможно, у нас будет собранный котенок Гаппи. Но тут, наверное, это не котенок, а вот этот Тануки, енот или кто там это у них в этих Япониях. Ну, в принципе, все. Ну, не все вообще-то, ладно. Что дадут? Ну, давай, шарик, работай. Наземные цели. Это твое все. Так, это у нас быстро приближающиеся фекалии. Ну, так как они заторможены, не такие не быстро приближающиеся. Кто такие чертята? Ой-ой-ой. Ай, карамба. Ну, вот. В принципе, не так и плохо. Еще не вижу карты. Вот она. Пробежал. Таки да, серые сердечки. Это нельзя было просто так оставлять. Жалко, что тут в прыжке он головой не бьет. Ну, как обычный Марио. Это был что за уровень? Некрополис 2, то есть мамаша тут будет. Или что там будет вместо нее, мы увидим. Наверное, там перерисовано все-таки. О, ну, гурлингсы остались. Ненависть. Тут мы ключ тратить не будем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В сундуке сундук, в котором бомба. Это бомба. Так-так, это турельки. Ну, надо привыкать. Тут много чего перерисовано. Ну вот и пилюлька. Уменьшение скорости. Вот именно этого нам не хватало. Уменьшение скорости. Возьмем. Ну, собственно, и все, что было хорошего. И то, кстати, нехорошее. Так, это гигантский фекал, который, да-да-да-да-да-да, создает потом два средних, а потом из них по два мелких. Какой кошмар. Они размножаются делением. О как. Че это такое, не знаю. А че это такое? А, это неубиваемый. Это турелька, которая прячется, да-да-да-да-да, это череп, турелька-череп. А это неубиваемые черепа, которые летают, ну, вот эти маски. Ну а как? Ну да, ну да. Тузик, работай. Шарик, работай. Шарик тупит. Бесполезный покемон.
Вот это тоже бесполезное. Да ладно, что за артефакты? Один другого хуже. Ну вот, зачем мне эта коробка с пауками, если у меня супер чудо книга? Как все сложно. В общем, зря только потратили ключ. Два ключа. Так, это же магазин. Отлично. Маганис. Хоп. Последний ключ. Вот что нам не повредит, так это компас. И вот эта штукенция, когда все по два падает, тоже не повредит. И еще бы ключа купить, но ключа-то нет. Зато нам показывают, где босс. И основные комнаты тоже показаны. Правда, уже поздно. Что-то такое особое показывать. Ну ладно. Не будем знать, куда идти к боссу. Оу. Оу. Здрасте. Рыхлопопы-то остались. Могли бы их какие-нибудь облачка перерисовать. Ну, так, я думаю. Может, у них фантазия кончилась, или это очень долго и томительный процесс, что вообще-то вероятно. Ай! Ну, таким мом написано. Мамаша. И ничего не поменялось. Та же самая мамаша. Те же самые глаза вылазят. Ну, понятно, не будем, как говорится, напрягаться. О, есть еще. Еще, оказывается, есть. Слайды есть. Ну, давайте мы слайд брать не будем. Мы просто пойдем по темной линии до первого нечистого. Посмотрим, что там будет. Эй, а что это такое у нас? А, это Библия включила полет. Теперь полет тут вот такой, как на какой-то фиговине. Ну, ладно. Карампус. Марио против Карампуса. Ну, что, проблема-то не наша. Проблема-то у Карампуса. Крампуса. Да ладно. Башка Крампуса. И зачем она нам? Не надо вообще. Ну, все равно выбраться куда-то в другое место мы не можем. И просто идем дальше. Значит, по идее, еще три уровня. Ну-ка, как вот эти уровни перерисованы. И перерисованы ли вообще? Может быть, еще и нет. Нет, что-то прессовали. Ну да, это похоже на какие-то мясные двери. А босс-то рядом совсем? Он-то рядом, только к нему обходить непонятно как. Что такие? Ну, конечно, лазерные пауки. За стены. А ключей-то и нет, как всегда. Ну окей. Хоть какое-то усиление карта. The Devil. Слушай, их столько-то. Нет, нормально, вот совсем рядом со стартовой комнатой босс, но к нему пока придешь. Три раза подумаешь, зачем все это. Ня-ха-ха. Щупальца, это были щупальца. Ну окей. Ну лопай. Лопнул. Ну, лопнул. Стоп, там какое-то сердечко. Почему не взяли? Вот, халява. Ну, каких-то других особых комнат нету уже. Так что можно смело идти к боссу. А это всадник. Эть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, продамажил-то всех. Даже вроде как червь его грызет. Ну, или это мне кажется.
Что это такое? Это полет. Грозовой облачко. Делает оно... Вот оно что делает. Ну, в принципе, можно было взять, но поскольку у нас впереди битва с мамашей, то мы все-таки оставим супер-пупер книгу. Да. И тут еще есть... Вот что есть. Такое подозрение, что это не сделка с нечистым, а типа как... Типа вот так. Так, что вот это такое? Не помню. А это что такое? Не помню. Стоит ли его брать? Кажется, нет. Надо брать то, что ты помнишь. А это не помню. А так только здоровье потеряем, непонятно на что. А, нехорошо. Вот глянем, что тут. Хм, мертвая птичка. Вот птичку можно взять. Помню этих гадких мясных хомяков. Хомяки. Ого, где босс? Но тут мини-босс. Глянем, что у мини-босса. Вдруг, ну так бывает, что у мини-босса иногда попадает в качестве выигранного предмета что-то повышающее здоровье. А ключей нет. Ай! Стоп. Монетка. Просто сердечки. Вообще не весело. Так, к боссу, наверное, пойдем по тем комнатам, по которым мы уже ходили. Вдруг там ключ. Даже два ключа. Отлично. Это что? Mirrored Body, Luma. Ага, Mirrored Body. Помощник, который зеркально повторяет наши движения. Так сказать, центральная симметрия. Ну, окей. Так, вот это плохо. Вот эти глаза, это реально плохо. Лучше убрали вообще. Или переделали что-то. Что-то. Так, ну нам надо 5 комнат. Зарядить, ну, 4 артефакт, чтобы у босса у нас была готова книга заряжена. Ну, потому что, чтобы пройти побыстрее. Хотя там, конечно, будет... Ой, что это такое? Секретная комната. Халява. В которой... Ой, нам не надо уже ничего обходить. Мы взяли батарейку, она и так зарядила книгу до максимума. Значит, идем напрямик к боссу. Ну, только вот... Где? Вот. Ой-ой-ой. Ай, карамба. Надо же, красные фекалии тоже такие с глазками. Только они бессмертные. Но опять же есть батарейка. И зачем мы сюда пришли? Такие демонята. Ну, собственно, мы все, что надо, уже нашли. Все другие комнаты я никуда идти не хочу. Идем уже к боссу. Уже к боссу уже идем. Eat lives. Ну да, мамашное сердце. В общем, еще нового сразу активируем Holy Book. Так, и нам предлагают идти или вниз, или наверх, в луч света. Ну, мы пойдем, наверное, все-таки вниз. Вот знаете, а в предыдущем моде, который Север мод, было хорошо сделана вот эта комната после мамашного сердца. Так тут можно было что-то прикупить, каких-нибудь артефактов. И, конечно, был ход вниз. А вот тут так.
Ну, не все они перерисовали. Может, это еще впереди. Так, Шиол. Вот не знаю, тут что-то тоже не очень перерисовали. Надо нам вот это вот на ногу. Ну, а что бы и не взять. Все равно мы это все расстреляем, оно медленное, по идее. Тоже мне босс. Ничего нам тут не грозит. Кстати. Это кто? Это Локи. Это, кажись, Локи такой. Да, это Локи. Ну, хитрый. Ну, Локи не Локи, это, наверное, какой-то из персонажей, боссов. О, ну и Чаба тоже не перерисовывали. Ой, только он вместо червей каких-то черепашек плодит с шипами. Ну, теперь-то ключей хватит. Да только открывать-то особо и нечего. Где босс? Ого. Вверх или вправо? Идем направо. Даже право. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, насквозь же бьет. Половинка магнита. Нет. Так, это был повторяющий наше движение летающий демоненыш. Какой странный Марио стал, а? Воу. И оказывается, все-таки надо идти через большую комнату, чего я терпеть ненавижу. Все большие комнаты. Ню. Заряжалка. Все-таки наверх. Окей. А тут и жадность. Да нам уже все равно. Ну, конечно, да. Лучше, чтобы по нам никто не попадал. И да ладно. Кстати, ядро поглощает выстрелы. Это радует. ...99 монет брать-то и нечего. Так, опять выбор. Направо. О. Шарик, работай. Эй, тузик. Вот тупой, ну уж прям вплотную подошли. Короче, пока шарик среагировал, мы и так уже все сделали сами. Ой-о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 й. Вот это зло. Мне оказалось, тут тупик. О, боже, сколько их. Надеюсь, шарик его жрет. Вроде да. Ну, хоть что-то полезное делает. Опачки. Монстра. Вот монстра 2 они не переделали. Ну, как-то просто. Ну, к боссу чё? Опять черти. Я думал, черти переделали вот в такие шари. Вот шар вот этот за нами бегает, вот в такой. Ну, вроде нет. Там на опачки. Это Боузер. Боузер. И все тут переделали. Опачки. Сначала какой-то... Ну... Я не знаю, кто это. Я в Марио такой не встречал. Ну, я не во все Марио играл, только в то простое, 8-битное. Ну, понятно, что это Fallen. Да. Ну, вот, собственно, и Боузер. И да ладно.
Действительно, ну перерисовали же. Но это еще не все. И ноги перерисовали. Это ноги Боузера. Ну, тут простая тактика. Просто пятимся и стреляем назад. Ну и как-то, чтобы не нарываться на этих гадких червей. Ой. Ой-ой-ой. Ай, карамба. Ай, карамба. Ну, думаю, как-то пройдем. Несмотря на не очень хороший дамаг, да. Кого это когда останавливало? Ну, я думаю, наверное, концовку, которая если будет сейчас, вряд ли они перерисовали сам мультик. Это было бы странно, но по идее, наверное, все. Поскольку я не брал слайдов, дальше продолжения не должно быть. Да, это обычная концовка. Ну, если бы уже даже концовки перерисовали, это был бы не мод, а какая-то отдельная игра. А так вроде бы как мод, то есть... Вот, добавка к игре. Ну, видите, это был Марио, вот такое. Конечно, мы еще походим другими персонажами, посмотрим, может, парочку боссов, которые они перерисовывали, мы еще не посмотрели, и мы их тоже посмотрим. Все, всем спасибо за внимание, с вами был Джага, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до новых встреч!